Нагано, старичок, нам нужно, чтобы ты сделал горячо в одном солидном месте. Я тебе не старичок. И Нагано, это мы вместе. Понял, мистер. Сука! Объект ушел! Ты ничего мне не хочешь рассказать об Артуре? Он попал под мента, которому пообещали медаль, если посадят Арчи. На этот раз мы будем вынуждены охладить твой пыл на целых 500 косарей. Хорошо, что хоть мне попался Цукер. Ты обещал мне деньги на клуб, когда я тебе делала массаж простаты. Сегодня клуб – это вчерашний день. А вот в клуб Баре я бы вам привез любую из западных звезд. Предоплату до оценки выдаст кэшем. Извини, не хочу безналом. Я тут выяснил, кто такой Цукер. Он очень серьезный дядя. Мы что тут, шутки шутим в натуре? Я должен достроить клуб. Было 7200, стало 72500. Александр Ильич, можно к вам? Тут у нас сложилась одна канва со сметой строительства клуба. Наша программа уже начата, и мы типа рады вам. Добрый вечер. Я тебя прошу, старик, помоги. Не бойся, Артур, врагов мы накажем. И все будут знать, что так будет с каждым. Все, спокойно, все! И называться все это будет «Клуб Ба-Ре». Ну, как там клуб? Все еще строится? Ага. Через 2 недели уже откроется. Я, наконец, расстанусь с вашей троицей.